Завтра, 14 июля, футбольный клуб «Уралан» проведет домашнюю встречу с футбольным клубом «Ангушт» в рамках 3-го дивизиона ЕФУ СКФО чемпионата России по футболу. Прямая трансляция начнется на YouTube-канале «Рея Калмыкия» в 17:30. После 8 игр «Уралан» занимает 5-е место с 11 очками в активе. «Ангушт» из Наздрани, Республики Ингушетия, на первом месте. Противник «Желто-синих» за 7 игр набрал 21 очко. Напомню, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки матч пройдет без зрителей. Конечно, как и все, буду болеть за нашу команду. У них все только начинается. Заново, можно сказать, они родились. Восстали из пепла. И, конечно же, хочется пожелать им только побед и удачи как на будущее, так в том числе и на завтрашний матч. Ну, у нас уже есть несколько побед. У нас есть вполне возможные шансы выйти во вторую лигу. Но, надеюсь, они выиграют и спокойно пройдут свою лигу. Успехов, победы в завтрашнем матче и оказаться наверху этого дивизиона, как минимум.